На этот раз я расскажу, как поймать одну из, на мой взгляд, бесполезную троицу покемонов. Но они легендарные. Это Виризион, Терракион и Кабалеон. Для этого нам нужно иметь покемонов, у которых максимум effort value прокачаны. Чтобы это сделать, можно зайти сюда. И вот где вот человечек с ручками нарисован, да, у каждого он должен быть соответственно. Да, если это есть, то можно смело искать этих покемонов. Ловить эти легенды. Три покемона находятся в одном месте. Их можно найти на вот этом острове. Fatless Plain. Каждый покемон имеет свой день недели. Там они, в общем, чередуются. То есть, например, понедельник один, вторник другой, среда третий, четверг снова первый, второй, третий, и один покемон имеет три дня недели. Сюда проходим, небольшая дорожка, видим портальчик. Заглядываем в него. И здесь мы видим Виризиона, да? У меня воскресенье, Виризион воскресенье. Да, завтра, соответственно, будет либо Кабалеон, либо Старкион. Что мы его ловим? Думаю, остальных нет смысла показывать. Сами сможете это увидеть, протестировать. Спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на канал и смотрите другие обзоры, как поймать других легенд Хоэна.